Юленька отрезает этот кусочек. Откушали, скажите, стал дороже кусочек? Конечно, говорит. Юленька, поднимите его, покажите. Вот, смотрите, какой кусочек каравая мы сейчас от невесты и от жениха разыграем. Условия конкурса очень простые. Как вы здесь? Саша, но Саша положил купюру, ну минуточку. Эти деньги мы отдадим молодым, но условия конкурса такие, кто положит любую купюру, но сделает это последним. Женя раз, Женя два, Женя... Миха! Миха раз, Миха два, Сережа! Оля, за тебя болеет компания, Оля с Москвы. Оля с Москвы раз, Оля с Москвы два, Оля с Москвы, вижу Викторию, вижу. Вика, ложите. Вика, ложите. Ирочка, прошу прощения. Ира раз. Кто положит последний? Ира два. Ира! Оля. Две гривны мы не считаем. Игорь раз. За Олю. А Оля за тебя, Оля. Уступим Оле! Оля раз! А, Ира не уступает. Ира, кладите. Ира раз! Ира два! А, за Олю? Оля раз! Уступим Оле! Оля Москва два! Женя не уступает. Оля, мы такие деньги не считаем. Нет, у нас не считаем. Сказал? Нет! Нет! Тут 5 рублей! Я сказал, мы говорим, и 2 минуты стоишь. Оля! За Олю еще. За Олю послай, говорит. Уступим головой, Оля. Оля, 2. Оля! Что нет? Ну давай, ложи. А, у нас Женя еще. Мне не помешает. Итак, Игорь за Олю. Оля! Не, ну с кем ты с Москвой тягаешься? Олигархи приехали из России. Оля раз! Оля два! Оля! Вова три! Вова раз! Вова раз! Вижу, за Олю болеет папа. Оля раз! Ну, вступите по свечам, ну! Оля два! Оля! Ира, где ты нашла 20 гривен? Ты что? Ира раз! Да сколько можно? Ира два! Вы куда купили каравай? А подожди, надо шагить тут торт еще. Золото давай! Оля раз! Спасибо, куплю на торт, Ира, ты что? Оля два! О, Ира! Ира, ложите. Ну, как хочешь, я не знаю. Ира раз, папа, выручай! Ира раз! Оля! За Олю Елена Николаевна! Оля раз! Уступаем от свеча! Оля два! Оля! Ира! Я говорил, 50 гривен, Ира, ты что? Ира, зачем? Ну что ты делаешь? Ира раз! Ира два! Ира! Оля! Оля раз! Оля два! Оля! Женя, давай, Женя, держи. Ты не положил. Оля! Не вижу ваших рук. Три! Потому что у вас можно не ложить, а вот это вручить, там не надо 50 гривен, 200 гривен не надо ложить. Так ты что, дай пост, ну вручи молодым, пожалуйста. Пожалуйста, молодежь вам, Денис, Юля, вам. Каравай, Юлечка, вручите. Юля, ну вручите, ну браво. Спасибо.
земли нас обрывает осень. Браво, Женя, браво! А я приглашаю Диму Шестопалова. Дима Шестопалова! Дмитрий! Дима, ну я просто думаю, что такое вам прикольно, потому что вас тоже не вижу на танцплощадке. Что вас... Вы скажите, последний раз вы когда выпивали, Дмитрий? Вот только что. Я понимаю, а до этого? Вот только что. Я, а жена ваша знает? Вот только что. Подозревает? Ну проверим, как зовут вашу? Оля, можно мы про все про него знаем, что было позавчера? Бей шапка! Говори! Сказать по-нашему, мы выпили немного. Серега, и если б водку гнать не забило, то чё б нам было с трёх-четырёх спиди бутыла? Вторую пили близ прилавку у запуточки, но это были еще цветочки. Потом мавскими рухнет детские грымочки, потом не помню, дошел до тучи. С девушкой, как ваша Антон, девушка? Алина? Алина, поднимите руку, где вы? А нет ее? Так, а что ж мы будем без Алины? Вы очень любите Алину, да? Да, я тоже думаю так. Ну давайте посмотрим, как вы любите, проверим. Итак, раз, два, три, шапка! Алина! Вкладу как вкладу, а моя покинула. Наказан за воле и шуме. Нет, все равно как вкладу, а моя Oh!
Подпишись, детка, подпишись.